Рады приветствовать дорогих гостей на церемонии бракосочетания Марии и Виктора. Уважаемые Мария и Виктор, сегодня, 31 января 2015 года, в присутствии ваших родителей, родных, близких и друзей, рождается ваша семья. Исполняя высокий общественный долг, как представитель государства, прошу ответить, является ли ваше желание стать супругами свободным, взаимным и искренним? Прошу ответить вас, невеста, да. Вас, жених, да.